Здравствуйте. Мы начинаем занятие нашего кружка, последнее в этом учебном году, но не последнее в изучении науки логики, потому что мы сейчас начинаем, или вернее продолжаем изучать учение о понятии. Мы рассмотрели вопрос о понятии вообще и подошли вот к трем важнейшим категориям, в которых проявляется о понятии, или как оно выступает. Оно выступает в своих моментах. Что такое момент? Момент – это то, что неотделимо от целого, правда? Момент – это то, что неотделимо, неразделимо, которое нельзя вот сказать один элемент, второй элемент, третий элемент. Моменты, если мы говорим моменты, значит, это то, что может быть только взято в единстве. Можете с этой стороны взять, можете с другой стороны взять, можете с третьей стороны взять, но это все моменты, они неразделимы. И вот самые первые, с чего начинает Гегель, он дает планчик в разделе «Первый отдел субъективности», и согласно этому плану он говорит, что понятие есть, прежде всего, формальное понятие в начале, или понятие как непосредственно, это из нас никого не удивляет, правда? Сначала мы берем то, что мы берем, как непосредственно, впервые с этим сталкиваемся. Вот. И вот взятое непосредственно, оно выступает как понятие, как таковое, а потом оно, раз оно отрицание, отрицание, понятие, да? Как оно появилось, понятие? Понятие – это отрицание сущности, это снятая сущность. А раз снятая сущность – это второе отрицание – бытие. Потом отрицание бытия – это сущность, и отрицание сущности дает нам двойное отрицание, абсолютное отрицание. То есть отрицается и бытие, и отрицание. Что значит абсолютное? А все отрицается. И бытие, и сущность. И то, что было в начале, и то, что было отрицательным этого начала. А поэтому слова «абсолютное отрицание», я не знаю, какие это эмоции рождают в головах у присутствующих, но это надо понимать буквально. Абсолютное отрицание, значит, отрицается что? И бытие, и отрицание этого бытия. А раз это абсолютное отрицание, то в нем есть и, собственно, бытие, но уже как отрицание отрицания, а не как непосредственное бытие. И в нем есть отрицание, поскольку отрицается же отрицание. То есть есть обычное отрицание есть. А раз так, раз это абсолютная отрицательность, поэтому оно, во-вторых, как пишет Гегель, так как оно есть абсолютная отрицательность, то оно расщепляет себя и полагает себя как отрицательное, как другое себя самого. А чего оно еще может быть другое, если оно отрицает? Отрицать оно может только само себя, но никакого другого тут нет. Нет никакого тут иного. Есть понятие и все. И при том именно потому, что оно есть пока что лишь непосредственное понятие, это полагание или развлечение имеет то определение, что моменты оказываются безразличными друг к другу. И каждый из них становится сам по себе. Что значит становится сам по себе? Становится-то становится, но так и не превращается в то, что является сам по себе. То есть это моменты, и поэтому здесь есть движение. Но это движение не заканчивается тем, что вот что-то вырывается из этого единства и становится совершенно изолированным от этого понятия. Это все в рамках понятия. То есть в рамках понятия различаются его моменты. Ну, тут такого ничего необыкновенного нет. Вот, скажем, если мы берем человека, то есть все его моменты, они в единстве. Скажем, известно, что у человека есть мозг, ум. Это не отрывно от человека, правда? Что это такое? Часть его, кусок? Можно вырезать ум? Нет, нельзя. Так что это момент. Это раз. Теперь, значит, кровеносная система, она что, существует сама по себе или как момент всего организма? И кожа тоже существует, тоже как момент. Человек, лишенный кожи, уже не человек, а кожа, лишенная человека. То же самое, умирающая. Поэтому эти моменты оказываются безразличными, они только оказываются, но они не безразличны. А оказывается безразличными. То есть это как бы вот это движение, которое он берет, вот переходы мысли здесь фиксируются. Как таковое соотношение своих положенных, как самостоятельных и безразличных моментов, оно есть суждение. Соотношение своих положенных, как самостоятельных и безразличных моментов, оно есть суждение. Как это надо понимать? Не соотношение самостоятельных и безразличных.
а положенных как самостоятельные и безразличные моменты. Потому что моменты не самостоятельные и не безразличные. Но если брать их все-таки не так, как они есть, а брать так, как они не есть... Как положено. Да, потому что положенность означает это с отрицанием, а лишь положенное. Но это не... То есть это вот в том, что делается, содержится отрицание. Положенность есть отрицание. Вот это словечко «положенность» это всегда меня настораживает. Почему это вас настораживает? Ну, потому что оно очень существенное, оказывается. Если не выдать... Вас должно настораживать, то, что не, когда-то вы делаете то, что не положено. Да. А вас настораживает положенность. Это удивительно вообще. Положенность вы должны приветствовать, как человек, который как-то имел отношение к армии. Положенность. А это вот не положено, это не положено. Чего вас положенность настораживает? И что, вы все время дрожали, что ли? Я не служил в армии. Да. Да не важно, что вы не служили. Это наша армия. Вы к ней отметьте прямое отношение. Да, да. Она вас защищает. Но не служили вы или не служили, так вы хоть теоретически приобщаетесь к ней. Положено, значит, положено. Как это в армии спрашивают? А солдат говорит, а почему мясо в кашу не положено? Говорят, не положено, значит, не положено. Так говорит, положено же. Ну, раз положено, значит, положено. Так и не положено. Не положено, значит, не положено. Вот и все. Так что положенность присутствует везде, в том числе даже в шутках. И оно, видите, как раз носит как раз такой отрицательный элемент, обязательно, момент. Как таковое соотношение, обратите внимание, курсив, как таковое соотношение своих положенных, как самостоятельно безразличных моментов, оно есть суждение. Вот вам планчик. Вот сначала мы берем понятие само по себе, потом оно выступает как суждение. В-третьих, хотя суждение содержит в себе единство понятия, исчезнувшего в свои самостоятельные моменты, единство все же не положено. Прямо вот как. Как прокашу. В этом самом прокашу в разговоре. Положенным оно становится через диалектическое движение суждения, которое тем самым становится чем? Умозаключением. Вполне положенным понятием, поскольку умозаключение положено, столь же его моменты, как самостоятельные крайние члены сколи, опосредствующие их единство. То есть опять вот абсолютное отрицание. И берутся и моменты, как самостоятельные, и отрицается их самостоятельность. То есть над чем бьется Гегель? Над тем, чтобы показать связь того, что берется формально, логически, как отдельное, что-то как отдельное, самостоятельное, оторванное, и которое не вяжется с диалектической логикой. А диалектическая логика растворяет эти отдельные, так сказать, самостоятельные какие-то элементы, превращает их в моменты, а лучше сказать, не превращает в моменты, а изображает истинным образом, как моменты, как они и должны быть изображены. Как положено. А? Как положено. Как положено, да. Ну так как непосредственно само это единство, как соединяющий средний член, и моменты, как самостоятельные крайние члены, ближайшим образом противостоят друг другу. Они не противостоят друг другу, а посмотрите, как говорится, ближайшим образом простоят друг другу. Вот мы с вами ближайшим образом противостоим друг другу. Но это вовсе не значит, что мы с вами противостоим друг другу. Это мы только ближайшим. А если копнуть, то мы не противостоим друг другу, а делаем одно общее дело. Так? Но если люди спорят, они в этом смысле противостоят же друг другу, правда? Ближайшим образом. Но если это единомышленники, то не надо так понимать, что мысль на них на всех одна. Это вообще люди без мысли, если у них на всех людей одна мысль. То есть единомышленники, конечно, в чем-то различаются, но они, по видимости, противостоят друг другу. То это противоречивое отношение, имеющее место в формальном заключении, снимает себя. И полнота понятия переходит в единство тотальности. А что такое тотальность? Вот у нас все говорят тоталитаризм, тоталитарное общество, тоталитарное государство. Сейчас это модно. У нас самое тоталитарное было общество, конечно, при социализме. Медицинское обслуживание – все бесплатное. Образование – все бесплатное для всех. Тотальные. Все могут учиться, все могут лечиться. И никто не то, чтобы вот там, так сказать, вас спрашивали, как деньги есть? Полис есть. Полис есть? Страховка есть. Но если у вас болезнь есть, ну так надо лечить.
И даже вас, если вы не хотели, клали в больницу, еще заставляли, не только убеждали, а там угрожались, так вы что делаете, вы же это для вас же опасно? Не, и вы тогда не слышали слова, сколько это будет стоить, правильно? А сейчас вот вам нужно срочно лезть. Значит, надо что? Квоту начать оформлять. Вам, может, завтра нужно уже делать какие-то медицинские действия, а мы сейчас квоту будем оформлять месяца два. Или как нам сказал врач, который нас принимал, говорит, ну, наше в октябре, говорит, наше государство считает, что квоты уже на этот год закончились в октябре. Поэтому все, только с января. Хорошо. Обычно раньше. А ваше здоровье, оно к этому не имеет прямого отношения. Так, то есть, когда говорят тотальность, тотал, что такое тотал? Это целое. Целое, это все. Все целое. А вам что-то разбито? Вам чашку тотал или чашку расколотую? Татьяна Валерьевна, вы что? Лучше целую вам, да? А то можем мы это вот попросим. Это, конечно, жалко эту чашку. Но ради науки, может быть, и пострадают люди. Но вы же не будете пить. Зачем тогда бить? Лучше вы мысленно ее, как бы, как положенное, возьмите, а потом отрицайте эту положенность, и все. И она у вас сюда и расколота, и вы уже ее опять соединили мысленно. А чай можно и мысленно попить? Сейчас только мысленно можно, сейчас уже тут не мысленно, уже сейчас все, это не положено во время занятий. Так, ну вот, теперь мы переходим к делению, на очень важному делению, которое, не знаю, как вы, вот те, кто здесь сидит и слушает, и смотрит, и те, кто здесь не сидит, но тоже слушает и смотрит, значит, как вы понимаете, это всеобщее, особенно единичное, я вот покаюсь, что я ее понимал. Ну, как вот примерно я, в соответствии со своим математическим образованием, есть всеобщее, которое есть во всем, есть особенно это есть у некоторых, и единичное, которое вот есть только вот у этого, чего-то одного. А как у Гегеля? А у Гегеля совсем не так. Есть только всеобщее, и кроме всеобщего ничего нет. И он даже пример приводит, что такое роды. Вот. От того, что есть вот роды какого-то вида, ну, от этого они из этого вида не исчезают. Это все тот же вид. Если вы берете яблоко как всеобщее, то от того, что вы взяли Антоновку, оно не перестает быть яблоком. А от того, что вы взяли не вообще Антоновку, а конкретную Антоновку для того, чтобы порезать и положить ее в чай или съесть ее сейчас, от этого она не перестает быть Антоновкой. То есть всеобщее, оно же является и особенным – это первое отрицание. А когда вы отрицаете вот это, не просто, вот вы торопитесь, товарищ Мордовин, единичный, а вот надо на этом остановиться, это второе отрицание, это возвращение к утверждению. Это единичное здесь выступает именно как, и положено уже как всеобщее, через отрицание – отрицание. То есть вы взяли отрицание этого всеобщего, а теперь взяли отрицание этого отрицания, получили единичное, поэтому единичное – это более богатое понимание всеобщего, чем просто всеобщее вначале. Понимание более богатое, но это все это в рамках всеобщего идет. Все это всеобщее. Поэтому ничего, кроме всеобщего, и нету. А есть всеобщее взятое как особенное, то есть с одним отрицанием, и всеобщее взято как абсолютно всеобщее, то есть с двумя отрицаниями, как единичное. И пример приводит Гегель соответствующий, вот треугольник. Это что такое? Это геометрическая фигура. Раз. И треугольник. Конкретная геометрическая фигура. Два. То есть вот это надо усвоить и понять. И люди тоже есть. Люди есть. Вы можете сказать, вот здесь сидят люди. Так, они. Вот здесь среди них есть, скажем, программисты. Это что? Тоже люди. Вот вы считаете, что это люди. Но это люди с отрицанием. Но и рабочие тоже люди с отрицанием, правильно? То есть вы берете рабочих, какой-то род. А дальше вы снова, вот теперь рабочий же взятый как отрицание того, что он только рабочий, уже становится не просто рабочим, а воплощением человека. Правильно? То есть получается, что и программист.
взятый с отрицанием, он программист не только потому, что он программы составляет, а он, так сказать, выполняет какую-то, так сказать, роль, осуществляет в рамках всеобщего дела. То есть вот все люди в системе разделения труда все связаны. Потому что эта система разделения труда, особенно если это не товарное хозяйство, которое разделяет людей, а кооперация, то вот кто скажет, что такое кооперация? Кто скажет? Вот товарищ Маркса читал. Кооперация что такое? Это такая форма труда, когда много лиц планомерно работают в одном и связанных между собой процессы производства. Да, почти все хорошо, кроме одного. Когда это у вас какой-то период времени такой? Вот сегодня они там работают, а завтра уже не работают. Почему когда? Такая форма труда, при которой много лиц. Валькачёва все время... А вы внезапно меня спросили. А почему, если вас внезапно спросить, вы начинаете выкидывать некоторые слова из Маркса и вставлять совершенно ненужные? Вот до работы. А он, наверное, экзамены принимал по правилам дорожного движения. Да, наверное, да. Я один раз попал так. Вот я всегда удивляюсь, почему вам не нравится определение Маркса? Что-то начинают слова переставлять или у Ленина. Дескать, ну не доработали классики, что-то у них не порядок с определениями, поэтому надо немножко переставить. Можно? Да. Вопрос. Значит, да. Получается, что единичное – это более богатое по содержанию всеобщее? Нет, это не более богатое по содержанию. Это такое всеобщее, содержание которого раскрыто. И наполнено конкретно. Не наполнено. Никто – это не банка, который наполняет. Оно и было наполнено с самого начала. Евгений Николаевич, если я вот все раскрою, чем вы богаты, от этого это не значит, что вы при моем вскрытии, раскрытии это приобрели. Оно у вас было изначально. Другое дело, что я могу поспособствовать тому, чтобы это вот проявилось. Но оно было же. А теперь оно положено. Отрицается его скрытость. Поэтому вот эти такие варианты вскрыли, добавили, прибавили, это все не годится сюда. И время тоже не годится. Когда? Вот это, когда сейчас кооперация есть, а через три минуты его уже нет. Когда? Это миг. А сейчас поют еще это вот время настоящее, это просто миг между прошлым и будущим. И никакая наука невозможна уже. Почему? Потому что пока вы там записывали какой-то в книге, в научной, а время-то ушло, уже материя-то другая. Значит, это все уже неверно? Ну, не учитесь плохому. Смотрите, ушел от диалектической логики, ушел, начал фокусы показывать. Это именно диалектическая логика. Нет. Потому что вот материя, она, кроме того, что она меняется, и именно потому, что она меняется, в понятии изменения, что содержится, кроме неравенства с собой? Равенство с собой. Если материя меняется, значит, она остается равной самой себе. А у нас, так сказать, сплошь и рядом, понимаешь, если оно меняется, то оно как бы становится неравным самому себе. Да? Хорошо видно на примере нашего правительства. Да? Вы видели, как поменялось наше правительство? Поменялось правительство? Слава Богу, да ума хватило разделить министерство. Вы не отвечаете на вопрос. Мы вас попросим, чтобы вы честно сказали, поменялось оно или нет. Скажите честно. Нет, конечно. Ваши ожидания о том, что оно изменится, оправдались? Ваши ваши диалектические ожидания оправдались? Диалектические ожидания в чем состоят? Что все, что меняется, остается равным самому себе и неравным. Вы можете сказать, в чем равенство? Ну, Шувалова нет, это разве мало? Он же страшный рыночник. Вы недовольны этим? Порадуйтесь. А Рогозин мне дал 16% давал. Просто. У Рогозина не туда летят ракеты. И не с того космодрома. Я думаю, Борисов теперь гораздо. Пусть разберется насчет того, куда ракеты летят. Конституцию надо поменять, а не правительство. Конституцию никто не меняет. Зачем их менять? Конституция – это не фундамент, а орнамент. Ну, понятно. Что, Евгений Николаевич, что сначала? Берут власть и потом создают Конституцию? Или сначала создают Конституцию, потом берут власть? Конечно, надо власть. Ну вот контрреволюционная конституция у нас, она когда появилась? В результате когда чего? Когда власть взяли, да, руки. Когда из танков постреляли по высшему законодательному органу страны. Да. 12 декабря 1993 года. А в октябре постреляли? Ну, сейчас тут. Так, значит, мы только что говорили о тотальности.
И вот теперь но на они странице... Они совпадают полностью. А? Моменты не совпадают. Совпадают. Они же не выходят за рамки. Личное полностью не совпадает. Совпадающее. Это оно тут оно как всеобщее содержит в себе много единично. Ну как могут не совпадать моменты, если это моменты одного и того? Это одно и то же, но выступающие по-разному. Вот, вот вы сейчас ко мне каким боком повернуты? Левым. Это один момент. А если вы вот, вот так перевернете стул, ну, видеть вас будет не очень, а мне это все тоже будет хорошо. Это же будет другой момент. Но это будете вы же. А если вас вверх ногами взять, это будете вы? Буду, но недолго. Почему это недолго? Может, вам понравится. Некоторые стоят у стеночки, долго-долго стоят, говорят, я отдыхаю. Но это те же люди, те же люди. То есть надо понимать, что момент этот неотделимый от целого. Или целое, взятое, одностороннее. Одностороннее – это не что-то такое, что выделено, вырвано и представляется. Оно не самостоятельно, а берё, а положено как самостоятельно. Вы сейчас положены, как повернутые ко мне левой стороной. А вот вы бы сели вот здесь, а Шабусов вот сюда бы попросили, и вы бы уже были другим моментом. Вы бы ко мне были повернутым правой стороной. А что с вами случилось? Да ничего бы с вами не случилось. Неудачно. То есть вот как раз этого нету. Никакой такой дополнительной наполненности нет. Просто оно раскрывается. Само понятие. Вот это всеобщее раскрывается в своих... Сначала оно в особенном раскрывается. А потом в единичном. Так? Вот есть животные. Животные. Так? Вот человека конечно. Спрашиваешь, вот, Евгений Николаевич, вот я вас спрашиваю, вы животное или нет? Да. Вот. Честно говорит, что он животное. А какое вы животное? Млекопитающее. Изучает деньги. Млекопитающее. Ну, да, и все. Это уже особенное у вас млекопитающее. А единичное какое у вас? Какое молочко-то даете? А вы тоже животное, Владимир Александрович? А какое вы животное? Момент. Какое вы животное? Общественное. Общественное. Вот, товарищ, вот видите, вот учитесь. Общественное. Я вам продолжу. Животное общественное, раз. Трудящееся. Говорящие и разумные. Вот пучок. А вы, Евгений Николаевич, млекопитающие. Зачем вы занимаетесь самообливанием? Хоть и программист. Так он программист, а он как... Программист – это человек, взятый в, одном, в одной своей ипостаси, как особенное, и все. А, он, а второе отрицание – это уже программист, взятый как человек. Вот для того, чтобы понять... Его как человек. А женщина, взятая как человек. А женщина, взятая как человек, это друг тоже. Человек. Это все равно женщина. Это друг человек. Друг человек. А в чем ошибка? Не друг человека, а подруга человека. Все, даже формальная логика у вас плохо. Друг человека это очень плохо. Так. Вот теперь смотрите, что мы здесь видим на странице 26. Если отличать рассудок в этом его значении от формальной силы суждения и формального разума, то под ним следует понимать способность отдельных определенных понятий. Вот когда рассудок, то отдельные понятия. Ибо суждение, ему заключение или разум сами, как формальные, суть лишь нечто рассудочное, поскольку они подчинены форме абстрактной, понятийной определенности. Но здесь, вот здесь, понятие считается вообще не чем-то только абстрактно определенным, поэтому рассудок от разума следует отличать лишь в том смысле, что первое есть только способность понятия вообще, рассудок, способность. И вот человек рассудочный может понять и диалектику, раз у него есть способность понятия вообще. Вот это всеобщее понятие, подлежащее здесь теперь рассмотрению, содержит все три момента. Вот здесь уже четко и ясно написано, Евгений Николаевич отвечает на ваши вопросы еще раз лучше, чем я вам отвечал. Я лучше, чем Гегель, все равно не отвечу. Всеобщность, особенность, единичность. Три момента. Надо, я думаю, что товарищи, занимающиеся в кружке, усвоили, что такое момент. Это редко кто употребляет, кроме нас, с Гегелем. Говорят, как?
Я идиллик. Элементы, структура, внешняя среда, внутренняя среда. Так, и вот все это представляется как некоторый кристалл. И это так называемый системный подход, враг диалектики, потому что он именно противоречит и не берет. А противоречие, что в противоречии? Какие есть моменты? Владимир Александрович, вот вы уже один раз выступили позитивно. И думаю, сейчас выступить. Какие есть моменты в противоречии? Моменты отрицают. А? Моменты отрицают. Чего отрицают? Наш кружок? А? В том числе и кружок нас. Да, последнее занятие. Все, дошли мы до того, что... Это единство и борьба противоположности. Вот единство и борьба. Вот два момента. Единство – это момент. Бывает единство без борьбы? Нет, бывает. Ну, если у нас единство, так мы нас двое. Если говорится единство, значит, как минимум есть два. Потому что если я буду говорить «я един сам с собой», вы скажете, что с человеком что-то стало. Мы все время на каждом занятии ждем, когда с ним что-то случится, и вот оно произошло. Вдруг я прихожу и говорю, я един сам с собой. Говорит, ну все. У меня отец просто говорил, ну, Миша, ты заучился. Слова диалектически не употреблял. Вот. Когда мы можем сказать о единстве нашем? Только когда нас двое, как минимум, правильно? Слово «единство» включает в себя свою противоположность. Обязательно множественность. Обязательно. Не может быть единства, если нет множества. Вот единство нашего, единство народа, единство рабочего класса. Сколько там рабочих? Это миллионы. Так он один рабочий или миллион рабочих? А все они едины. Но едины. А единство предполагает различие? Только различие или противоположность? Бывает различие без противоположности. Вот вы будете настаивать на свои особенности, и тогда мы на вас будем нападать. Если вы будете настаивать на этой... Я даже не могу быть млекопитающим отдельно. Нет, ну, вы-то как можете. Мне как нужна раз... противоположность. Вы как раз показали, что можете сегодня. Так вот, содержатся три момента. Всеобщее понятие – всеобщность, особенность и единичность. Уже здесь вот это подчеркнуто и сказано. Это не три разных каких-то предмета и три каких-то вида чего-то, а это все всеобщность, особенность. Всеобщее понятие содержит в себе моменты. Всеобщность, особенность и единичность. Всеобщее понятие содержит в себе всеобщность, особенность и единичность. Ну, на примере Антона, смотрите, яблоко – это всеобщее. Антоновка – это особенное. А вот конкретное яблоко, да, это единичное. Вот у вас но его и нет. Оно тотально. Вот его и нет. Всеобщее. Какое же тотальное? Ну, нет у вас яблока. Ну, представьте себе. Да я-то представляю, но нет у нас его. Нету, к сожалению. Поэтому у нас только остается всеобщее. Да. Различия и те определения, которые понятие сообщает себе в процессе развлечения, образуют собой ту сторону, которая раньше была названа положенностью. Опять положенность описывается курсивом. Вот я думаю, что наши товарищи не овладели вот этим методом. Важное и нужное выделять курсивом. Вот где у Ленина, вот кто может вспомнить, особо важное выделяется курсивом? Ну, в тетрадях философских. А? Философских тетрадях. В тетрадях? А в программе партии не выделяется? Я... А в программе партии что-нибудь есть выделенное курсивом? Наверное, есть. В программе партии, которая принята была на втором съезде, а потом принята была на восьмом съезде. Одно и то же положение. И пора вам уже заглянуть в программу партии. Да. Какой? Какой у него? Какая партия? Какая партия есть, то пускай заглядывает. В программе и в той, и в другой, и в третьей. В третьей, то есть в программе Рабочей партии России говорится, что цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Курсивом. На чем ударение делается? Что всех членов общества. Всех. Всеобщее опять. То есть то, что это будет благосостояние, рост. У нас рост благосостояния идет постоянно в нашей стране. Вы не заметили? Всех вплоть до единичного. Не всех, вот обработчиков взяли, в Лондоне не прижали, что? Не отдают деньги, визу не дают. У нас постоянно есть люди, у которых растет благосостояние. Василий Николаевич, не надо
очернять наш строй нынешний. Все время есть люди, у которых растет благосостояние. У нас отличная экономика, у нас все время есть такие люди, которые, благосостояние которых растет. Вот российские граждане, англичане хотят отнять это благосостояние и понизить. Среднее благосостояние России. Нам не надо, здесь положено через англичан. У нас так наша экономика. Наша так экономика устроена, что бы ни происходило в экономике, падение производства, снижение производительности, благосостояние некоторых людей постоянно растет, и они всесторонне развиваются. Есть двое. Привожу пример. 17-й год, 2017 год. К столетию революции наши, так сказать, руководство нашей страны приготовило подарок. Число людей, которые имеют более 500 миллионов долларов за прошлый год, за 17-й год годовщины Октябрьской революции, выросло на 22%. Назовите мне такую страну, где такой был бы рост. Я другой такой страны не знаю. Один Порошенко только в 7 раз увеличил, когда еще год назад увеличил свой капитал. А у вас просто про одного, у вас про одного, а у нас у вас единичный какой-то Порошенко, а у нас особенная, целая куча людей, которые получают более 500 миллионов долларов, целая куча их, вы их не знаете даже всех. Они, правда, и не особенно, они, правда, и не сообщают вам об этом. Вот она вот растет, 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 а вы все обращаете внимание на рабочих, там, на программистов, на интеллигенцию. Да это, ну, всех, ну, нельзя же... Да, шантропа всякая. Так что... Да, вот основная масса и ждет. Она основная масса и... А глупые люди начинают призывать эту основную массу бороться. Он говорит, зачем бороться? Видите, уже у них стало лучше, скоро и у нас будет. Но у них-то стало лучше за счет кого? За счет остальных. Поэтому упор-то здесь опять на всеобщности. Вот в этой формулировке, между прочим, упор опять на всеобщность, всеобщих, всех членов общества, всех. Если не всех, одного хотя бы не растет, все, это не осуществляется цель социалистического производства. Одного, если только не растет. Точно так же, как если вот собственность всех, кроме одного, это какая собственность, общественная или частная? Частная. Общественная. Частная. С отрицанием. Интересно у вас понимание. Значит, вот я так понял, что это против меня направлено. Значит, у всех есть эта собственность, один я только ее не имею. И все мне, так это собралась целая толпа, говорит, Михаил Ильич, это общественная собственность, а вы не в счет. Вы у нас особенно от приватизации квартиры даже отказались. Общественная взята со своим отрицанием. Вот этот человек является отрицанием общественной собственности. Вот, и мало того, еще и оскорбляюсь. А на самом деле вот это утверждение частной собственности, потому что частная, если это не все члены общества, собственность частная. Поэтому, тем более, вы, наверное, обращаете внимание, в учебниках, которые нам сейчас снова начинают подсовывать на волне, так сказать, того, что сейчас социалистические книжки, там, учебники достают, плохие причем, и начинают вытаскивать из них всякие глупости, вроде общенародной. Собственность. Что такое общенародная собственность? Всего народа. Вот Маркс и Энгельс говорили о собственности общества, которое не рассыпается на народ, а представляет собой единый организм. Оно же всеобщее, оно включает всех, включает, но оно и целое, оно одно. Это собственность всего общества. Причем при социализме оно не народное точно, а государственное. Почему? Потому что выражением народа всеобщее выражается в этом единичном. А что единичное, которое выражает всеобщее при социализме? Форма государства. Не форма государства, а рабочий класс. Форма государства. Это вам форма государства? Диктатура. Это люди, люди. Диктатура. Рабочий, не диктатура, а рабочий класс всеобщий. Не форма это, а это люди, целый класс, который является самым заинтересованным. И интересы, которые являются общественными. Он такое единичное, который выражает всеобщее, потому что если вы, именно поэтому, если вы осуществляете его диктатуру, вы осуществляете интересы всех трудящихся, конечно, трудящихся, только не трудящихся он не выражает интересы тех, кто не трудится, потому что, Евгений Николаевич, кто не трудится, тот да не ест. Но форма от содержания неотделима.
Вы говорите о содержании, я говорю, как оно... Да вот я чувствую, что вы берете не ту форму, и содержание у вас не то получается. Почему? Потому что у вас форма от содержания неотделима. А вы возьмите ту форму, которую надо, то есть надо взять класс, а вы класс не берете, а вы берете какую-то форму. Что выше, класс или форма? У вас что выше, голова или мозг? И голова выше. Вот голова у вас точно выше. Да, на 20 лет. Так, поэтому обратите внимание, вот на этой всеобщности перед нами впереди целое лето. Целое лето надо это изучать. Вот надо вот этот момент никак не пропустить. И вот это очень важно, чтобы не прошло это чисто формальным путем. Что есть особо общее, всеобщее, особенно единичное разделили. Есть всеобщее в своих ипостасях. Всеобщее как с отрицанием, то есть особенное. И абсолютное отрицание. Всеобщее как абсолютное отрицание, то есть как отрицание непосредственно, вот просто всеобщего. И отрицание только своей положенности. То есть всеобщее взятое как единичное. А единичное – это взятое как богатое и раскрытое всеобщее. Да, не более полное. Не полное оно, то полное, первое уже полное. Не выходит оно за грань. Как вы пишете вообще? Не ничего. А у вас получается, это все… Появляется. Говорит, налейте мне еще в рюмочку, тогда будет единичное. А что вы мне налили половину? Почему вы все время это полное-то вы берете? Ну, не что... полное оно, а раскрытое. Вы понимаете, раскрывает оно себя, показывает, а нет тут движения, наливания. Полного. Это было не полное, а теперь полное. Вы все нажимаете. Каждый судит о другом, мира своей. Ну, конечно, вы хотите сказать, надо еще чтобы быть полным, надо еще подзакусить. А если еще и выпить дополнительно, вот тогда будет полное. Это полное благосостояние. А вот полное благосостояние не тождественно свободному всестороннему развитию всех членов общества. Полное благосостояние – это создание условий для развития. Полное. Полное означает неущербное, больше ничего. Поэтому не на это нажим, а нажим на том, как раз на том нажим, что единичность за рамки всеобщего не выходит никак. И оно никак не представляет собой чего-то другого. Оно не другое. Нечто иное – это все учение о бытии, это все пройденный этап, причем давно пройденный. Это было учение о понятии, о бытии, а сейчас учение о понятии. Мы снова вернулись, только здесь нет этого разделения на нечто и иное. Это все всеобщее, все это всеобщее. И вы всеобщие, и я всеобщий, и Денис Борисович, и все остальные всеобщие. Хоть вы и единичные, но вы всеобщие. Это вас оскорбляет, что ли? Нет. Вас я приподнимаю. Что вы, как будучи как Евгением Николаевичем хорошим, не просто хорошим, а вы вообще человек. А человек это звучит гордо. Что я разве это сузил что-нибудь или не полно вас взял? Вас надо взять именно как хорошего или как выразителя воли, чаяния и природы всего человечества? И это тоже. А вы ямлекопитающий. И то, и да, вы уже продемонстрировали сегодня. Я пытаюсь... Вы пытаетесь превратить себя в животное. Выстроить систему, понимаете, которая выводит меня... Вы пытаетесь выстроить другую систему, а не понять ту систему, которую выстроил Гегель. У нас кружок не по вашей системе, а по системе диалектики Гегеля. Ну, извините. Приглашайте нас на свой кружок. Здорово, спасибо, да. Да. Так как в понятии последнее, тождественно в себе, положенность, в себе и для себя бытием, положенность. Положенность, потому что и то, и другое включает, и утверждение, и отрицание. То каждый из этих моментов, каждый есть столь же все понятие целиком. А вы все хотите наполнить. Вот написано. Русским по белому, белым по черному, черным по белому. Каждый из этих моментов есть столь же все понятие целиком. И целиком сделано курсивом. Все. Единичное – это все понятие целиком. Особенное – это все понятие целиком. И всеобщее – это все понятие целиком, только вы берете его моменты. От того, что я на вас буду смотреть со спины, Евгений Николаевич, вы все равно останетесь Евгением Николаевичем. И сбоку вы, Евгений Николаевич, и фас, ван фас тоже будет Евгений Николаевич. Ну, для некоторых организаций достаточно два положения. Они третий момент не берут. Гегель не сводит все к всеобщему. Он говорит о том, что понятие выступает как единичное, всеобщее и особенное. Это не значит, что все это всеобщее. Это такой упрощенный взгляд.
Да, как вы считаете, что упрощенное? Это вот второй абзац начинает. Это всеобщее понятие. Так это всеобщее понятие, это он... Всеобщее понятие. Оно содержит три момента. Понятие всеобщее. Это всеобщее упрощенное. А дальше он рассматривает особенное понятие. Вот это всеобщее понятие. Всеобщее понятие содержит три момента. Всеобщее понятие. Три момента чего? Не понятие, а три момента всеобщего понятия мы рассматриваем. Денис Борисович, посмотрите на начало второго абзаца. То есть три момента всеобщего понятия? Да. А в прилагательном всеобщем... А что вы сейчас можете вначале рассматривать иначе? Какое еще понятие вы можете рассматривать, кроме всеобщего? Никакого вы другого и не можете рассматривать. Вы вначале это что должны рассматривать? Всеобщее. Вот вы рассматриваете всеобщее понятие, его моменты. Вы только можете к другому прийти, к единичному и к особенному, рассматривая моменты всеобщего понятия. От вот всеобщего это, начинаем. Вот это вы вот правильно вывернулись. Это не я вывернулся, это Гегель от вас вывернулся. Я здесь строго обращаю внимание на текст. У вас под руками есть текст? Нет. Да я вот я смотрю, что вы сегодня решили, что вы будете развивать свою диалектику. Понял? Нет, я посмотрел вашу книжку. Да вы смотрели в мою книжку. Дорогого стоит. Там у вас подчеркивания во какие. Да у меня главное подчеркивание. То, что Гегель написал, вообще не в счет. Да. Ага. Да. Так. Каждый из этих моментов есть столь же все понятие целиком, все понятие целиком, сколь определенные понятия, равные некоторые определения понятий. И вот идут определения. Во-первых, оно – чистое понятие или определение всеобщности понятия. Но чистое или всеобщее понятие вместе с тем лишь определенное или особенное понятие. Вместе с тем, обратите внимание, не вместо этого, не вместо всеобщего мы берем особенное, оно вместе с тем есть всеобщее. Вот вы, Евгений Николаевич, будучи членом кружка, вместе с тем являетесь конкретным человеком. Единичный. Особенным. Нет, особенным. А единичное – это если вас брать уже как Евгений Николаевич, а как член кружка вы не единичный, а особенный. У нас таких особенный. Членов кружка, вот смотрите, сколько. Да. Это особенное, это не единичное. А вот уже Евгений Николаевич, как участник этого кружка, вот это уже единичное. Вместе с тем, что вы изучаете науку логики, это всеобщее. Поэтому изучаете ее в кружке, это особенное, потому что ее можно и без кружка изучать. Ленин без кружка изучал. И ничего. Такого страшного с ним не приключилось. Поэтому некоторые думают, что изучать можно, скажем, «Капитал» или «Науку логики» только в кружке. Можно и в кружке, а можно и не в кружке. По-другому. Так, вон, есть люди, которые изучают, не читая. Это новый метод изучения. Это самый современный, ультрасовременный. Он не обременительный такой. Это такая форма постижения, без изучения. Во-первых, оно есть чистое понятие или определение всеобщности. Но чистое или всеобщее понятие есть вместе с тем лишь определенное или особенное понятие, ставящиеся бок о бок рядом с другими. Видите, оно бок о бок рядом с другими ставит? Ставит. Не поставлено оно. И не стоит оно бок о бок. Оно лишь ставит. Вот эта вот форма незавершенная. Это выражение того, вот, что называется положенностью. Ставит-то ставит, но оно не ставится. Сколько бы вы ни пытались отделиться от нас, вы никуда от нас не отделитесь. Хоть вы себя млекопитающим, хоть этим парнокопытным называете, все равно мы знаем, кто вы. И ничего из этого у вас не выйдет, этот вот номер не пройдет. Так. Так как понятие есть тотальность, опять обратите внимание, тотальность, вот мы должны этим овладеть. И, следовательно, в своей всеобщности или в чисто торжественном соотношении с самим собой представляет собой по существу процесс определения и развлечения. То есть тотальность означает, что вы берете и тождество, и различие, все берете, все, и отрицание, и утверждение, то оно в себе самом имеет то мерило, по которому эта форма, его тождество с собой, не вообще форма, а вы говорите о какой-то форме. А вот тут говорится слово «форма», конкретизируется форма его тождества с собой, пронизывая и объемляя собой все моменты. Форма тождества. Форма тождества с собой пронизывает и объемляет все моменты. Что бы вы ни делали, что бы ни наделал я, при тебе и без тебя, это только для тебя. Так поется.
Что бы я ни делала, что бы ни наделала, я при тебе и для тебя, это только для тебя. Это все разные моменты, но одного и того же. Любовь. Буквально в песнях вот так прямо и записано, как у Гегеля, вот точно. Пронизывая и объемля собой все моменты, определяет себя столь же непосредственно к тому, чтобы быть только всеобщим в противоположность различенности момента. Но оно всеобщим-то все равно является, в том числе и только всеобщим. Определяет себя столь же непосредственно, это только непосредственно, это же все вот мы должны брать с отрицанием. Раз непосредственно к этому, значит, опосредственно не к этому. Вот непосредственно, вот я на вас гляжу, вы совершенно вот непосредственно как неподвижный, как памятник. Но это только непосредственно, а на самом деле вы все время подвижны. Вот сейчас вы качаете головой. Как же вы, если вы уже качаете головой, это уже не памятник. Только непосредственно вы были памятником. Ну, такие вот только в машинах есть, вот собачки, которые едешь, они так вот качают. Это тоже один из моментов. Это называется кивалы. Подтверждаю. Но вы же еще отрицаете, значит, вы же не только кивалы. Значит, у вас это вот киваешь, это значит, что да, говори, говори, а на самом деле это не так. Я правильно понимаю? О! Во-вторых, понятие выступает вследствие этого как-то как такое-то особенное. Или такое-то особенное. Не какое-то, а такое-то особенное. Обратите внимание вот на выражение. Такое-то особенное. То есть просто вид. Вид того же самого всеобщего. Вот такое-то особенное. Слово «такое-то». Или как определенное понятие, положенное как отличное от других. Это два. Ну и в-третьих, единичность есть понятие, рефлектирующее себя на различие в абсолютной отрицательности. Что значит рефлектирующее себя? Отражающее себя. Из различия в абсолютную отрицательность. Когда человеку скажешь абсолютная отрицательность, если человек с этим не знаком, ему говорят, ну все, кошмар, абсолютная отрицательность. Представьте себе абсолютную отрицательность. Ужас. 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 Вы видели какая-нибудь абсолютную отрицательность, Денис Борисович? Страшное дело. Конечно. А что значит абсолютная отрицательность? Отрицательное отрицается свое, и, так сказать, оно само себя отрицает, и свое отрицание. Вот это абсолютное. И то, и другое. Абсолютное тут это раз отрицает свое бытие и свое отрицание. Вот и все. Ничего тут такого особенного нет. Это абсолютное. А если только один раз отрицается, это не абсолютное, это первое отрицание, которое дает особенное. А если абсолютное отрицание, то идет возвращение от особенного к тому самому всеобщему, которым это особенное является. Но если оно все равно всеобщее по сути, то оно и по форме уже получается всеобщее, единичное и по форме всеобщее. Вот вы кушаете эту Антонку конкретную, так вы кушаете на самом деле яблоко, а это все разговоры были про яблоки-то насчет всеобщего. Разговоры были особенные. Пока вы там делили, какие роды, так сказать, этих Антоновок и так далее, и Антоновки как таковые, это все не хрустело и не пахло. А вот когда вы уже это всеобщее попробовали, то попробовать всеобщее можно только как единичное. Так? Да. Вот. Но можно сделать всеобщий сок яблочный. Писать на нем что хотите можно, хоть Антоновку, хоть для штрифель для детского питания, полученный из чего? Из пюре, разведенной водой. И говорится 100% сок. Что значит 100% сок? 100% яблочный сок, что бензин туда не направляй, не наливай. Поэтому 100%. А больше никакого смысла нет в этом высказывании. То есть тут кругом понятие. Единичность есть понятие, рефлектирующее себя из различия в абсолютной отрицательности. Это есть вместе с тем тот момент, в котором оно перешло из своей толицы в свое небытие и становится суждением. Суждением. А суждение, вот, значит, в суждении что вы видите? Всеобщее и единичное сразу. Роза есть растение. Роза есть растение? Или нет? Ну, это что, одно и то же, нет? Не всякая роза. То есть не всякая роза. Как это не всякая роза? Донна роза. А? Донна роза не растет. Роза? Это не роза. Это донна. А нас лишат тоже. Это не роза. Роза растение. То есть роза это не понятие, а именно. Что у тебя роза? Ваша роза это не что. Она растет? Ну, она не растение. Но она не растение. Потому что
Что роза есть растение, вот тогда вы сразу увидите здесь, смотрите, форма тождества. Роза есть растение. За что тождество? Роза есть растение. Если есть, значит, роза приравнивается к чему? Да. К растению. А раз она приравнивается к растению, значит, растение приравнивается к розе. Можно сказать, растение есть роза. Можно сказать, растение есть роза? Нет. Как нет? Можно иногда, бывает, растение есть роза. Берешь, вот сейчас зайдите вот в ближайший киоск, там где тебе продают, возьмите растение с такими цветами, возьмите, вот это растение есть роза. Денис Борисович, вы, наверное, найдете там, среди растений найдете розу. Роза. И про него вы можете сказать, роза есть растение. Можете сказать? Роза есть растение, но растение может быть и не роза. Ну и что? Нам сейчас важно найти розы как растение. Мы нашли же. Пойдем вот ближайший, дойдем до ближайшего киоска цветового, где цветы продаются, найдем розы как растение. Ну, во всяком случае, то, что здесь написано, вот то, что сначала берется, как это суждение, оно такое вот не одинаковое тождество, в одну сторону, в другую, правильно? Да. Потому что здесь что у нас в начале стоит? Единичное. Кстати. А справа что стоит? Всеобщее. И вот эта вот форма суждения какая? Единичное есть всеобщее. Мы об этом только сегодня и говорили. Вот мы и завершаем, можно сказать, свое занятие на том, что теперь это выражено, то, о чем мы говорили так обстоятельно в течение часа, сводится к тому, что единичное есть всеобщее. А люди думают, что единичное – это формула суждения. Не всеобщее. А думают, отрывает это единичное. Это суждение не истинно. Это суждение не истинно. Оно одностороннее. Наоборот. Мы про истину вообще здесь ничего не говорим. Нет. Это вы так сильно продвинуты. Это вы так глубоко копаете. Понятие а мы медленно копаем лопаткой, и когда дойдем до истины, тогда уже скажем истина. Нет, а кроме только роя. Мы уже от истины уже истину выбрано в понятие. Так что тут. Ты в образах или в понятиях? Что-то у вас как-то вы понятие. Понятие, да? Истина во штуке. Понятие. Потому что понятие без истинности вообще это нонсенс. Да. Да. А как же тогда соответствие понятия объекту? Вот понятия нет соответствия, понятие есть, объект есть, а истины нет. А у вас уже сразу как-то нонсенс. Почему нонсенс? Ну не то понятие взяли. Ну я вообще ссылаюсь на Гегеля. А вы не знаете. Сейчас вы скажете. Вы вот как-то, как будто вы не об истине говорите. Я не об истине говорю. Я сейчас говорю о всеобщем осуждении. Угу. Имею право я говорить о том, что у нас предмет рассмотрения. А вы меня хотите от предмета рассмотрения утащить, чтобы я разговаривал об истине вообще? Мы уже говорили об истине. У нас это позапрошлое занятие было, там вопрос об истине. Не заметили, нет всеобщего понятия? Я про что и говорю. Зачем она тянете назад? Я не тяну назад. В самом конце, когда мы вырвались вперед и наметили себе движение к рассмотрению суждения, еще, между прочим, прежде чем рассматривать суждение, это все вот то, о чем мы сегодня говорили, это что? Это уже выведение или это план? Это план дальнейшего рассмотрения. Это план нашей работы на лето. Помните, как я провел лето? На первое занятие все принести, пожалуйста. Вот на первом занятии вы расскажете, как вы провели лето, товарищи участники кружка. Это обращение не только тем, кто здесь сидит, но и ко всем остальным, кто посмотрит это занятие. Благодаря Сергею Викторовичу, он тут все это записывает, и все это будет выдано. Вопрос есть? Почти нет. Вот видите, он умудрился, значит, из хорошей такой фразы «нет» сделать положенность. Почти нет. То есть почти нет – это же отрицание того, что нет. Правильно? То есть они есть. Но из того, что они есть, он уже, значит, сумел сделать секрет. То есть есть вопросы, но они не сформулированы. Дескать, догадайтесь сами. А если вы не можете догадаться, то, значит, что-то у вас с головой. То есть у вас это серьезное нападение. Где вы так научились? У вас какой-то другой кружок млекопитающих, наверное, собирается. Там они вырабатывают позиции. Так, нет вопросов? Тогда, товарищи, значит, я вас всех благодарю за внимание, участие, работу. Я думаю, что
работа нашего кружка нам полезна и другим полезна. Вот некоторые товарищи спрашивают, а как вот по какому плану вести кружок? Вот в том числе в переписке у нас, даже в партийной. Ну вот если вы возьмете все занятия кружков и будете названия выписывать, вот у вас будет и план. Правильно? Просто выписывать названия всех тем. С какого года у нас есть записи? Вот с самого первого года начать выписывать, 12. И получится план, тематический план наших занятий. И люди, которые хотят пройти этот путь, могут вот по этой дороге идти. Они могут по этой дороге не идти, а перепрыгивать какие-то этапы. Ну, это тоже не возбраняется. Тоже не возбраняется. Просто это означает, что придется какие-то этапы все равно проходить потом. Так или иначе. То есть какой-то кусок. Он, ясно, что он будет не вполне глубокий, если он разорван или оторван. То есть как раз вот эта связь... Вот я настойчиво некоторым товарищам, вот, например, товарищу Мердею Стенову из Казахстана, советовал, что кроме всяких учебных занятий, там, изучения капитала, изучения науки логики, взять и начать читать полное собрание сочинений Ленина. Из этого не следует, что надо его быстро прочитать или быстро читать. Из этого следует, что надо в голове иметь не пример такой, что я сижу, а тут есть стакан, кружка, значит, стенка, другая стенка, другой человек, то надо иметь для примера, для лексики, иметь соответствующий объект и предмет, историю человечества. У нас есть уникальная возможность по работам Ленина представить себе развитие России, революционной России от 19 века до революции и до периода, переходного периода к социализму. Сколько вы будете это читать, это несущественно. Вы будете читать, может, 10 лет, может, 15 лет. Но если вы читаете 20 лет, что плохого в этом? 20 лет читаете Ленина. Допустим, начали в 20, в 40 закончили. Да у нас 140 некоторые ни одного тома не прочитали. И они все хотят выудить или понять диалектику, капитал без применения. А без применения понять трудно. Что является применением? Поэтому есть такая уникальная возможность, но вот у меня не хватает, видимо, аргументации убедить товарищей, потому что кроме моей аргументации это работа, что надо сидеть и читать последовательно. Первый том, второй том. Еще раз повторяю, скорость здесь не важна. Если я посчитаю со скоростью одна страница в день, никто не будет доказывать, что это невозможно, то через 365 дней том будет закончен. Второй год – второй том, третий год и так далее. Ну, но если по две страницы, значит, можно два тома в год прочитать. По три страницы, значит, три. Вообще в году 50 недель. А работ у Ленина 45 томов. Потому что дальше 10 томов писем. Это, так сказать, не какие-то новые года. А это можно, так сказать, учесть потом, как некоторое раскрашивание уже подробностей того, что было. 45 недель, если в неделю читать один том. А у нас люди сидят по 5 лет, сидят в ВУЗе, считаются специалистами, считаются специалистами по философии или по политэкономии, по экономике и так далее. Но они не имеют в голове вот этого богатства. Богатство связано с неразрывностью вот этого движения, с выведением. И ничего другого вот предложить нельзя, потому что что вы можете? Ну, какую-нибудь книжку. Ну, в этой книжке, в этой одно написано, другое, другое, третье, третье, четвертое, пятое. Поэтому, если вы хотите закрепить эту методологию, которую мы изучаем, на чем ее закрепить? На применении. Кто лучше всех применял? Ну, кто лучше применял науку логики? Ну, Ленин лучше применял? Ну, так и почему его не почитать? Дескать, мы любим Ленина, уважаем, будем праздновать. Что такое праздновать? Праздность – это праздность. То есть ничего не будем делать в честь Ленина. А Ленин, как говорил, лучший способ не отпраздновать, а отметить юбилей Великой Революции и сосредоточиться на нерешенных задачах. Не сосредоточиться на столах, на демонстрациях, там, это тоже важный момент, но на нерешенных задачах. Вот чем глубже мы на этом сосредоточимся, тем больше мы соответствуем природе и духу ленинизма, диалектическому духу. Вот. Но это кто должен делать? Это каждый же, как выяснилось здесь всеобщее, единичное это всеобщее,
Поскольку я обращаюсь не к вам, товарищи, не как к единичным, а как к таким единичным, которые являются и всеобщими, как к людям. Как людям, как представителям человечества. Таким, которые хотят освоить все богатство человечества, самое высшее богатство человечества, которое мы, собственно, изучаем. И я не понимаю, вот есть возможность это духовное богатство быстрее освоить с помощью Ленина. Еще люди начинают думать, а мне некогда. Ну, значит, не будешь таким богатым духовно. Материально ты все равно не будешь богатым. Так а зато духовно можешь быть богатым. Так, ну что, будем завершать. Спасибо большое всем. Успехов.